Но прекратите ходить здесь, как стадо баранов. Так, кстати, обычно говорят о людях, которые, подчиняясь влиянию толпы, не способны действовать по собственной воле. Подобный эффект еще называют стадным чувством, между прочим. Кстати, в науке есть такое понятие, как автосинхронизация. И понятие стадное чувство вовсе не обидное. Впервые это явление было зафиксировано еще в Древнем Египте. Суть такова. Если в какой-то общности всего лишь 5% людей совершают одновременно определенное действие, остальное большинство начинает за ними повторять. А вот сильнее ли это стадное чувство здравого смысла? Об этом наш следующий сюжет. Далеко-далеко на лугу пасутся коровы, козы и овцы. Обратите внимание на некоторую закономерность. Все животные предпочитают ходить на пикник тесным и сплоченным коллективом. Почему никто не выделяется? И семейство передвигается по полю, как косяк рыб в океане. А все потому, что участников парнокопытной делегации объединяет основной инстинкт – стадное чувство. Этот инстинкт управляет не только животными. Сегодня программа «Галилео» докажет, что стадное животное чувство присуще и нам, людям. Явление первое. Все побежали, и я побежал. Эти бараны смотрят не на новые ворота, а на камеру «Галилео». Для них это новый объект на давно проторенной дорожке. И сейчас они мучительно соображают, может ли он чем-то им грозить. Пройти мимо все равно придется, иначе в родной хлев не попадешь. Это даже барану понятно. На наших глазах самый смелый медленно обходит камеру по левому флангу. Как только это случилось, все стадо тут же устремляется за лидером, отбросив все сомнения. А сейчас пример из городской жизни. Подъедем к московскому зоопарку. Но наблюдать будем вовсе не за редкими животными, а за обычными людьми. По пути от метро им нужно перейти дорогу. До зоопарка рукой подать. Движение на этой улице не очень оживленное. И все же пешеходы терпеливо ждут 3 минуты, пока не загорится зеленый свет. Запустим в толпу провокаторов программы «Галилео». Их задача – перейти дорогу на красный свет. А мы посмотрим, присоединится ли к ним кто-то из законопослушных граждан. За экспериментом следят скрытые камеры программы. Итак, наши провокаторы в данном случае выступают в роли лидеров стада. Они начинают движение на красный свет. За ними стартуют еще несколько смельчаков. Как только они проходят несколько метров, большая часть толпы спешит за ними. На некоторых лицах написано сомнение – но большинством управляет инстинкт, который в психологии называется инстинктом подражания. Человек не осмысливает в этот момент, что он подражает. Он просто делает, как все. Вот она основа, на самом деле, для стадного чувства, в частности, быть как все. А для этого надо не только следовать за толпой, но и не выделяться из нее. Явление второе. Кругом шагом марш. Современный деловой центр. 8 утра. Офисные сотрудники спешат на работу. Рабочий день оператора «Галилео» начался на час раньше, с установки скрытой камеры в кабине лифта. Встать с кровати еще не значит проснуться. Считается, что человек утром большую часть действий совершает машинально. Так ли это? Через минуту в кабину войдут собранные и сосредоточенные провокаторы программы «Галилео». Как только на табло загорится 3-й этаж, они синхронно развернутся. Посмотрим, присоединятся ли к ним ничего не подозревающие пассажиры. На 3-м этаже провокаторы делают пируэт на 180 градусов. На лице девушки мелькает сомнение. Непривычно, когда люди стоят лицом к стене.
но стадное чувство берет верх, и девушка разворачивается вслед за большинством. Следующий подопытный тоже не хочет плыть против течения. А третий участник эксперимента, похоже, решил, что в этом лифте особые правила. Раз большинство разворачивается, значит, этому должно быть объяснение. Однако на всякий случай он решает кое-что уточнить. Вот снимает какие-то камеры. Программа «Галилео», помашите. Какой? Ой, спасибо. Когда Вася стоит в лифте, и некоторое количество людей разворачиваются в определенную сторону, то он чувствует внутреннюю неловкость. Потому что он оказывается как будто бы против течения. И развернуться или не развернуться – это, в общем, не принципиально. И в данном случае для него легче поддаться этому групповому давлению, потому что группа сделала вот так. Разберемся, что такое групповое давление. Вернемся к нашим баранам. Когда в стаде появляется паршивая овца, коллектив ее изгоняет. Ведь мало кто любит неудачников. А чувство жалости животным вряд ли знакомо. Это подтверждает печальная история одного барана. Чук родился, и мать сразу же отказалась от него. Его выпаивали вручную из соски козьим молоком. И себя он считает козленком. То есть чук – урожденный баран, но выкормила его коза. Впитав с молоком приемной матери новые убеждения, баран сознательно вступил в коллектив козлов, которые признали в нем своего. Среди чужих чук чувствует себя своим. А вот к своим сородичам предпочитает не соваться. Попробуем отвести нашего черного бедолагу в загон к барану. Сначала животные хранят сдержанный нейтралитет. Но стоит чуку попытаться влиться в коллектив, его тут же отпихивают. А чтобы понял получше, лидеры стада к аргументу «ну не нравишься ты нам» подключают собственные крепкие головы. Вот так вот баран чук за козла ответил. И побывать в его овечьей шкуре согласился бы далеко не каждый Homo sapiens. Как далеко может зайти желание не выделяться? Способен ли человек отрицать очевидное, если вокруг все только этим и занимаются? Окажется ли стадное чувство сильнее здравого смысла? Явление третье. Не верь глазам своим. Участники нашего следующего исследования – воспитанники студии детского творчества. Ребята думают, что их ждет интересная игра. А это наш главный герой – маленький Доник. Возьми себе отсюда черный кубик. Всех детишек воспитательница подговорила разыграть Доника и попросила назвать черные кубики белыми кубиками. Посмотрим, согласится ли с большинством Доник. Ведь минуту назад определить правильный цвет кубиков для него не составило никакого труда. Ребят, сейчас мы с вами будем играть в игру, во время которой вы будете называть цвет того предмета, который я вам показываю. Видите? Черный. Белый. Так. Саш. Белый. Белый. Доник ответил, какого цвета? Белый. Белый, правильно. Ульян, какого цвета кубики? Белый. Видите, какого цвета? Белый. Саш, какого цвета кубики? Белого. Ева, какого цвета кубики? Белый. Доник, какого цвета кубики? Белый. Вот тебе и раз. Это же черное, правда? А ты сказал белое. А почему ты сказал, что он белый? Вы думаете, все дело в том, что участники эксперимента дети, и взрослых так просто не разведешь? Переместимся на улицу свободного творчества. Именно так называют Старый Арбат. Каждый день здесь собираются художники и музыканты, чтобы удивить гуляющую публику и немного заработать на жизнь. Перед вами провокаторы программы «Галилео». Это актеры, которые сегодня специально для нашего эксперимента будут играть на расстроенных гитарах и петь. Петь громко. Даже очень. Вот так.
выходной день, 6 часов вечера. Толпы праздно гуляющих прохожих не обращают внимания на вопли молодых бездарей. За это время никто не то чтобы не подошел, а наоборот, стараются побыстрее избавить себя от этой какофонии. Мы решили пригласить на Арбат знакомую толпу студентов. Они изобразят восхищенную публику и проверят, присоединятся ли к ним прохожие. Сработает ли стадный инстинкт? Итак, музыканты продолжают попирать законы гармонии. Однако на этот раз их пение вызывает оживленный интерес подставных прохожих. Помощники нашей программы превращаются в толпу благодарных слушателей. Аплодисменты и крики «Браво!». Позвольте, а это уже не засланный казачок от Галилео, а обычный прохожий. К 9 провокаторам присоединилось 20 зрителей. Кто-то кидает деньги. А этот товарищ даже фотографирует наших знаменитостей. И все, кто идут мимо, сворачивают шеи, оглядываясь на толпу. Да-да, не столько на музыкантов, сколько на тех, кто скопился возле них. Ведь если всем нравится, значит, там что-то действительно стоящее. И не верьте ушам своим. Леди Гагу тоже не сразу поняли. Однако, если приглядеться повнимательнее, не все так однозначно. Далеко не все прохожие задерживаются возле музыкантов. Оказывается, в любой толпе 15% давлению этой толпы не поддаются. Примерно такое соотношение раздумывающих было и на перекрестке. Некоторые пассажиры в лифте чувствовали подвох и не отреагировали на наших провокаторов. И даже дети во время эксперимента показали, что стадному чувству подвержены далеко не все. Сашу, какого цвета? Черного. Посмотрите на удивленные лица испытуемых. Белого. Мир сошел с ума. Мне явно в другую сторону. Вот о чем думает этот мальчик. Ведь какого цвета? Черный. Но дело в том, что этот эксперимент уже проводили. Его проводили в 70-х годах. И тогда все детишки говорили точно так же, как провокаторы. Сейчас у нас совершенно иные результаты. Дети отстаивают свое мнение, они стали другими. Они уже не подчиняются групповому давлению, им сложно запудрить мозги. Человечество каким-то образом движется к индивидуальности. Даже с животными тоже далеко не так просто, как казалось на первый взгляд. Оказывается, и в стаде 10% животных ярко выраженные индивидуальности. Но в любом случае мы считаем, что лучше быть нормальным человеком, нежели ярко выраженным бараном. Не поддавайтесь стадному чувству, оно существует. Проверено Галилео. Че, серьезно что ли? Нет, правда? Какой кошмар, а? И больше никогда ее не будет? Все, заводы закрыты. Кошмар, ужас. Ребята, изолента исчезает с полок. Нужно срочно запасаться. Срочно запасаться. Вот вам очередной пример стадного чувства. И все побежали за изолентой, и она реально с полок исчезла. Чем быстрее она исчезает, тем больше люди говорят: «Так это же правда!» И начинают опять ее скупать. Зачем? Не надо поддаваться стадному чувству. Изолента есть?